привет! Сегодняшнее видео начну с того, что показываю вам цветочки, которые сейчас уже не растут в моей коллекции. Аскоцентрум миниантум, моя лекаста первая и дендробиум специозум. Они проданы, подарены, и у меня есть новинки. Именно поэтому я освобождаю место. Эта красотка не моя, это трихопилия маргината, которую уже отдано. Вообще, эти полученные растения были пару недель назад. Я вам их показываю сейчас только, потому как не доходили руки все до этого. Итак, у меня новая красотка в коллекции. Это Аскоцентрум миниантум на Doritis pulcherrima. Растение куплено в возрасте цветения. И для меня был, конечно же, приятный сюрприз, когда я распаковала это. Растение приехало с цветоносом. Еще раз хочу сказать, что посылка была получена несколько недель назад, и на сегодняшний день, а именно на 9 августа, у нас он уже удлинился. Растение, конечно же, я уже пересадила и протерла листья, сделала всю обработку, как полагается, и сейчас она растет. Очень надеюсь, что в скором времени покажу вам цветение вот этого данного кросса. Ну и следующие цветы, которые будут у меня в коллекции, потому что я жду еще несколько посылок. Ну а теперь растения на выброс. Очень хочу их вам показать. Первое растение на выброс у нас моя красавица изюминка. Это, кто помнит, Сафронитис кокинея, которую я очень выращивала долго. Она росла, потом замедляла рост, потом снова росла. И на этот раз я ее повесила не в ту сторону, что называется. И забыла, я два полива пропустила, и вы видите сейчас, что с ней стало. К сожалению, я не смогу ее оживить. Вот эта красотка Страдивариус, которая была получена тоже от плохого продавца, она, к сожалению, тоже ушла в Урхара и также Маздавалия. Ну и еще один кандидат на выброс – это Денисониана, которая была у меня вирусная. Она также вроде бы росла. Я хотела даже еще раз ее проверить на вирус, но уже не буду этого делать. Почему? Сейчас объясню. Она потеряла снова два своих нижних листа. Мало того, те корни, которые были у нее, вот таким образом превратились в такие вот кочерыжечки. Хоть у нее здесь в центре есть еще новый лист, я считаю, что это растение уже все-таки не порадует меня никогда своим активным ростом. Ну и, конечно же, цветением. Жаль, конечно. Ну, что делать? Вирусные растения все-таки, я считаю, не смогут быть такими, как могут быть здоровые растения. То есть роста активного не будет. Ну и тратить на нее свои силы я тоже очень не хочу. Оно было пересажено, вы можете видеть. Ну и это, может быть, также способствовало тому, что она остановила свой рост. Я абсолютно не жалею, ничего страшного. Вирусное есть вирусное. Главное, что теперь мы об этом знаем. И следующее видео, которое я хочу вам показать, это будет наконец-то обзор. Обзор моих растений, часть первая. Таких частей будет, скорее всего, три. И есть приятные сюрпризы. Ну что ж, вот такое было короткое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. А я буду радовать вас своими здоровыми, красивыми растениями. Всем пока-пока и удачи!